Наташа, это Анисим Юра. Мы выпускники 2013 года Богородской средней школы. Мы закончили школу уже 5 лет назад, получили дипломы и думаем о том, как устроить в дальнейшем нашу жизнь. Учили нас замечательные учителя, такие как Вера Викторовна Зайнуллина, Ирина Георгиевна Небогатикова и... Первый учитель. И первая учительница Курочкина Вера Юрьевна. Пришло не так много людей, как хотелось бы, но главное то, что и ребята, которые в Москве и в других городах передают привет, мы общаемся. Те, кто не пришел, мы встретимся потом в другой раз, в другом месте. Главное, чтобы не потерять эту связь, самое главное.